Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 10-го тура АПЛ Ман-Сити-Бернли. Встречаются 13-я и 17-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют. Нет, и 8 раз на тотал больше. 9 из 10 матчей выиграл Ман-Сити. Последние 3 матча на своем поле Ман-Сити обыграл в Бернли со счетом 5-0. Как видим, команды играют чаще результативные матчи. Полное преимущество на стороне Ман-Сити. Статистика команд. Ман-Сити в последних 10 матчах 6 раз играл на обе забьют нет и 6 раз на тотал меньше. Последние 6 матчей в АПЛ Ман-Сити отыграл на тотал меньше. Бернли в последних 10 матчах 8 раз играл на обе забьют нет и 6 раз на тотал меньше. Последние 5 матчей в АПЛ Бернли отыграл на обе забьют нет. Как видим, обе команды в последнее время чаще играют низовые матчи. В предыдущем туре Ман-Сити, имея солидное преимущество в Лондоне, проиграл шпором 0-2. Тоттенхэм дважды попал в створ ворот горожан и забил 2 гола, которые стали следствием быстрых контратак с выходом 1 на 1. Ман-Сити лупил по воротам Дюриса все 90 минут, нанес 22 удара, но не забил ни одного гола. Точнее сказать, один забил, но его отменил ВАР по причине игры рукой. Бернли, припертый к стенке, добыл таки очень важную для себя победу над Кристал Пэлас. Единственный гол забил в самом дебюте матча Крис Вуд, который реализовал выход 1 на 1. Много моментов соперники не создали, у каждой из команд было по одному убойному моменту, чтобы забить, но они их не реализовали. По большому счету прогнозировать на эту игру особо нечего. В норме должны быть очередные 3-0, от 3-0 до 5-0. У горожан идет архидлинная низовая серия в АПЛ, которая должна бы вот-вот закончиться голевым шоу. Бернли как нельзя лучше подходит для такого случая. И похоже, Ман-Сити добудет таки уверенную победу, а не те жалкие 1-0, которые он клепал в последних турах. Из связки ставок тотал больше 2,5, обе забьют нет, победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет, 1.66. На тотал больше 1.46, на победу хозяев 1.17. Как видим, на все предлагаемые варианты коэффициенты невелики. Поэтому надо подумать, где их можно поднять. Фора в минус 1.5 на Ман-Сити дает коэффициент 1.50. Тотал больше 3 дает 1.65. Обе забьют да дает 2.22. Ставить на обе забьют да в таком матче очень и очень рискованно. По большому счету, Бернли может забить гол в ворота Ман-Сити случайно. Если выбирать из усиленных коэффициентов, можно рискнуть взять победу Ман-Сити с форой в минус 2 за 1.81. Коэффициент очень хороший, а вариант крупной победы горожан уже давно назрел. Но и ставка на победу 1 с форой минус 1.5 за 1.50 выглядит тоже вполне приемлемой с учетом ее высокой надежности. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Если понравился канал Дядь Юры, дайте на него ссылочку в своих соцсетях. Всем спасибо.